В конце прошлого года у самого титулованного артиста и, пожалуй, лучшего шоумена в мировой поп-музыке Робби Уильямса вышел альбом под названием «Take the Crown» — «Возьми корону». Как сказал сам музыкант в одном из своих последних интервью, «Я выбрал такое название, чтобы люди знали, что я хочу соперничать с лучшими, хочу играть на самых больших мировых площадках и быть успешным, и этим летом я собираюсь действительно угодить моим поклонникам». Своими глазами увидеть, как Робби держит свое слово, ровно через 2 месяца смогут и наши земляки – Ирина и Артем Жигачевы. Счастливчики отправятся на концерт суперзвезды в рамках мирового тура в Милане. Ведь именно они забрали корону, выиграли путешествие к звездам на радио «Спутник». В подарок от радио «Спутник» они получают комфортный перелет, проживание в уютном миланском отеле, несколько незабываемых дней в столице моды и, конечно, пару билетов на концерт. Ну а всем, кто на этот раз не отправился в звездные путешествия, спешим напомнить, реальный шанс отправиться в путешествие к звездам предоставляется всем желающим не реже 2 раз в год. Так, полгода назад наши земляки побывали на концерте Дженнифер Лопес в Дубае, а прошлым летом на выступлении Мадонны в Барселоне. Я хочу посоветовать слушателям радио «Спутник» слушать самую качественную музыку на все времена. И участвовать во всех конкурсах. Мечты сбываются.